Сегодня я хочу предложить научиться вязать вот такой узорчик. Очень красивенький, симпатичный и легко вяжется. Вот я буду вязать вот таким крючком номер 225. Для образца я набираю 30 воздушных петель. И вяжу. Вот я провязала первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую и так далее. Вот 10 петель я провязала, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мы, я провязала 30 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Так вот, пальчик поставили. Вяжем 3, 4 воздушные петли. Накид и сюда вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли, накид, теперь в седьмую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда в седьмую петлю вяжем столбик с накидом, 3 воздушные. И столбик с накидом в эту же петлю, 2 воздушные, накид, и теперь в седьмую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в седьмую петлю вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, накид и сюда же столбик, 2 воздушные петелечки, также в седьмую петлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик мы провязали, 3 воздушные, накид, в эту же петлю вяжем столбик, 2 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и в седьмую вяжем столбик с накидом, воздушная петля и в конце столбик. Так, первый ряд мы провязали. Разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема, накид, провязываем столбик. И еще нужно провязать 3 столбика. Вот я второй провязала, третий, четвертый. Накид и вот сюда, в этот треугольничек, вяжем 4 столбика с накидом. Первый. Второй, третий, четвертый.
воздушная петля, накид, и также вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Накид, и вот следующий треугольничек также вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля и 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. В этот треугольничек также вяжем 4 столбика. 2 я провязала. Третий, четвертый. Воздушная петля, 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Накид. И вот сюда 4 столбика. Первый я провязала, второй, третий, четвертый. Так вот красиво получается. Разворачиваем вязание и повторяем узор с первого ряда. Вяжем 4 воздушные петли подъема, накид и сюда же столбик. 2 воздушные петли, накид и вот сюда вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли. И сюда же столбик. 2 воздушные петли. Столбик. 3 воздушные. И сюда же столбик. 2 воздушные. Накид. Столбик я провязала, 3 воздушные, накид и сюда же столбик. 2 воздушные петли. И тут в конце вяжем столбик, воздушная петля и сюда же столбик. Разворачиваем. Вяжем 3 воздушные петли и 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Накид и сюда в этот треугольник вяжем 4 столбика. Второй, третий, четвертый.
воздушная петля, и сюда же 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Накид, 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля, сюда же 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И в этот треугольничек также вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петелечка и 4 столбика. Первый, второй столбик, третий, четвертый. И в этот треугольничек в конце вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Вот смотрите, какой красивенький узорчик. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии.